В целях снижения уровня аварийности и тяжести их последствий в дорожно-транспортных происшествиях, пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, в районе была проведена оперативно-профилактическая операция «Ремень безопасности». Сегодня в Кашихамском районе проводится профилактическое мероприятие на тему применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В ходе мероприятия водителям транспортных средств напоминалось о необходимости использования ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств и детского автокресла при перевозке детей до 12-летнего возраста. Также напоминалось предусмотрена административная ответственность в рамках Кодекса административных правонарушений за перевозку без детского удерживающего устройства, ремней безопасности, а также будучи непристегнутым ремнем безопасности водителями и пассажирами. Казалось бы, ничего сложного в том, чтобы пристегнуться, нет. Потратив лишние 5 секунд перед поездкой, вы спасете себе жизнь. Управление транспортным средством водителям, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Нарушение перевозки детей в салоне автомобиля без детского автокресла или удерживающего устройства влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.